Щетинистый мухомор распространен в лиственных и смешанных лесах, где также растут дубы. Встретить такой вид грибов можно редко. Он предпочитает произрастать в прибрежных зонах около озер или рек, хорошо себя чувствует в известковых почвах. Большее распространение щетинистые мухоморы получили на территории Европы. Щетинистый мухомор активно плодоносит в период с июня по октябрь. Плодовое тело щетинистого мухомора состоит из почти круглой изначально шляпки и ножки, которая в своей середине немного утолщена, а вверху, возле шляпки, имеет цилиндрическую форму. Диаметр шляпки составляет 14-16 см, шляпка покрыта пирамидальными бородавками со щетиной. Грибная мякоть большой плотности, характеризуется белым цветом, однако у основания, около ножки и под кожицей мякоть грибов приобретает желтоватый оттенок. Запах ее неприятен, так же как и вкус. Мухомор щетинистый принадлежит к категории несъедобных грибов. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.